В Унсукульском районе открыли школу, отремонтированную в рамках проекта «100 школ». Здесь были обновлены двор, фасад, здания и классы. Первые гости объекта посетили центр образования «Точка роста», открытый на базе школы. Напомним, что проект «100 школ» инициировал экс-глава Дагестана Владимир Васильев. В прошлом году в рамках проекта было отремонтировано около 200 ветких и аварийных образовательных учреждений.